14 декабря в Сергеевский район были доставлены более 7500 подарков от администрации губернатора Самарской области, которые будут вручаться детям нашего района. В этом году число презентов, пришедших в район, выше прошлогоднего, ведь и малышейкам положены такие сюрпризы от области сейчас больше, чем ранее. Если раньше мы их сортировали, то сейчас красота нам привозит уже готовые, нам остается их только доставить к месту, как говорится, выдачи. По спецификации, конечно, подарки хорошие, там, ну, как всегда, шоколадных конфет очень много, в том числе и нашего производства города Самары. Но дети, вот по моему опыту, у меня их двое, которые получают данные подарки, с удовольствием съедают. В центр Сергеевска приехал большой грузовик, до самого верха заполненный коробками. В точке разгрузки его уже ждали 20 пар трудолюбивых рук волонтеров. Это добровольцы, работающие с Домом молодежных организаций района, студенты Сергеевского губернского техникума. У меня новогоднее настроение, как всегда, есть. Она всегда со мной. Мы дружно собрались и пошли помогать. Обычное дело, так сказать, помощь. Настроены всегда хорошо. Развозить по пунктам выдачи подарочные наборы начали уже 15 декабря. А с 20 числа этого месяца подарки будут раздаваться непосредственно детям в школах, садах, техникуме. Родители неорганизованных малышей могут прийти за презентом в администрацию поселения. Бывает такое, что там только недавно переехали. Если вдруг вас не окажется в списках, ну, 1, 2, 3, мы всегда подарки имеем дополнительно на такие как бы случаи. В сертификате на эти подарочные наборы перечислены конфеты, это 23 названия, и печенье. Упакованы сладости в яркий мешок со шнурками, поэтому он точно сможет пригодиться своему обладателю на протяжении всего 2022 года.